Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчела начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня я вам расскажу, как я делаю водный раствор прополиса для лечения глаз. Вот у меня прополис. И покажу, как я это применяю у себя в жизни. Для этого из этой партии беру вот один шарик такой. Примерно 10 грамм. Сейчас вот взвесим, посмотрим. Ну вот, 10-9 грамм, неважно. После этого этот шарик нужно положить в целлофановый пакет и заморозить для хрупкости, для того, чтобы его можно было хорошо потом измельчить. Ложу в целлофановый пакет и помещаю в морозильную камеру. Примерно 2-3 часа для этого достаточно, чтобы он замерз. После этого он хорошо будет крошиться. Можно его взять, покрошить на терке, потереть в мелкую фракцию. Ну, я делаю сейчас вот немножко по-другому, заворачиваю вот в такую салфеточку и просто-напросто разбиваю молотком. Так намного быстрее и эффективнее разбивается все в очень мелкие крошки, вплоть в пыль даже, можно сказать. Нужно просто немножко хорошо постучать, и все будет нормально. Ну, еще немного. Затем этот измельченный прополис высыпаем в какую-нибудь емкость, стеклянную бутылку. Вот я беру из-под физраствора бутылочка 200-граммовая, 200 миллилитров. И ее заливаю очищенной водой. Вот на, из расчета 10 грамм прополиса 100 миллилитров воды. Ну вот, где-то пол бутылки будет примерно. Может, немножко больше, просто будет немножко меньше концентрация. Ну, я скажу, для меньшей концентрации, собственно, эффект воздействия будет один и тот же. Но не так будет печь глаза. Вот, ставлю на водяную баню примерно на час. Вот эту бутылку на водяной бане разогреваем. Весь этот прополис в течение часа разогревается, растворяется и образуется такой прополисный, вот этот водный раствор, так называемый. Все это дело через час выключаю и процеживаю хорошо через плотную ткань или несколько слоев марли и разливаю вот в такие вот бутылочки небольшие, для того, чтобы можно было потом удобно ее применять. Применяю два раза в день, утром и вечером, по одной, по две капли в каждый глаз. Конечно, раствор очень такой жгучий, с непривычки, вроде бы как печет очень, но потом привыкает глаз и нормально. Я вам скажу, что вот этот прополис в чем мне помог. Вот сейчас период такой, конец августа, начало сентября, у нас цветет в нашем регионе амброзия, сорняк такой, очень аллергенный. Наш регион — это Донецкая область, юго-восток Украины. И этой амброзии очень полно, люди очень страдают, у которых склонность к аллергии. И у меня очень сильно тоже раздражаются глаза, вот оболочка глаз воспаляется, приходится расчесывать, зуд сильный. И вот когда я начал капать эти капли, вот я уже капаю их месяц, и нет этого зуда. Глаза, можно сказать, что практически не чешутся.
То есть очень помогло в этом. Потом прекратилось у меня слезоточение такое, слезятся глаза, вот особенно там на ветру. Тоже это прошло. Чтобы сказать там об улучшении зрения, ничего не могу сказать, потому что зрение уже больше 20 лет как начало падать. И за месяц восстановить, я думаю, вы все понимаете, это невозможно. Ну, хотя офтальмологи рекомендуют этот прополисный, настойку прополиса на водной основе, именно вот для глаз, для заболевания глаз, конъюнктивиты, катаракты, начинающаяся близорукость. Ну, тут у меня уже она, конечно, все это, я, как я говорю, уже не один десяток лет усугубилось. Ну, надеюсь, что оно все-таки должно помогать и в улучшении зрения. Вот. Как я уже сказал вам, значит, принимаю по одной-две капли два раза в день. Вот. Ну, у кого аллергия на продукты пчеловодства, нужно как-то это все дело попробовать, чтобы не было никаких неприятных последствий. Водный раствор прополиса также очень полезен детям, которым нельзя алкоголь, там, беременным женщинам. Кстати, по поводу алкоголя. Ранее я показывал на канале видео, как приготовить спиртовую настойку прополиса и как ею лечиться. Кому интересно, можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая сейчас у вас вверху на экране. Что хочу сказать, прополис обладает уникальными свойствами. Он улучшает обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей, стимулирует иммунитет. Прополис активно выводит лишний холестерин, убивает бактерии. Он не имеет побочных действий и может применяться как отдельное лечебное средство. Прополис применяют с целью как профилактики заболеваний, так и для лечения их. Наружное применение прополиса очень эффективно при воспалении горла, уха, носа, полости рта, при ожогах, при заболеваниях кожных покровов, заживлению ран, различных порезов. Могу сказать, что работая на пасеке, всегда происходят какие-то травмы, порезы пальца, рук там ножом или шилом или еще что-то. Вот кровь хлещет, берешь кусочек прополиса, летом он мягкий, прилепляешь его к ране, закрываешь, и на этом все, боль утихает. И на следующий день уже не чувствуешь этого пореза, этой раны. Вот такое вот сильное бактерицидное действие этого прополиса. И еще несколько слов о хранении водного раствора прополиса. Храню я его в холодильнике, вот уже месяц он хранится. И все нормально. Ну, в разных источниках по-разному говорят. Некоторые говорят до месяца, некоторые говорят до года можно хранить в холодильнике. Ну, на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, удачи, до свидания, до новых встреч.